Названные возможные создатели вируса-вымогателя WannaCry, скорее всего, это северокорейские хакеры из группировки Lazarus, которых обвиняют в организации крупных атак на Центробанк в Бангладеш, а также на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment. В этот раз оказались взломанные серверы Disney. Как утверждают американские СМИ, со ссылкой на директора компании, группа хакеров требует выкуп за то, чтобы не публиковать в интернете до премьеры украденный фильм. Предположительно, речь идет о пятой части «Пиратов Карибского моря». Напомню, широкомасштабные хакерские атаки подверглись тысячи компьютеров 150 стран мира. Максимум пришелся на Россию, Украину, Китай и Индию. Вирус WannaCry блокирует компьютеры, требует выкуп в криптовалюте, биткоинах. Кибератаку удалось остановить, однако хакеры минувшей ночью запустили обновленную версию вируса.